Кристина Серебрякова служит в полиции, однако главным ее увлечением является музыка. В детстве она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, однако с поступлением в силовую структуру в ней проснулся вокальный талант. Сейчас она выступает как сольно, так и в составе вокальной группы. Свое выступление на смотре конкурса «Щит и лира» Кристина посвятила заслуженному мастеру спорта России, курганской летчице Светлане Капаниной. Музыка для меня – это все. Я очень давно этим занимаюсь. И, конечно же, праздник патриотический. Я люблю нашу родину. И это значит, нужно обязательно выступить, порадовать наших ветеранов и приблизить молодежь. Конкурс «Щит и лира» проводится у МВД России по Курганской области уже в 21 раз. За эти годы множество сотрудников полиции и члены их семей раскрыли свои таланты и доказали, что творчество не чуждо и представителям сильных профессий. Проведение подобных мероприятий, как конкурс музыкального творчества, это прежде всего имеет своей целью показать, что наши сотрудники сегодня творческие, талантливые люди. Они не только могут добросовестно нести службу по охране общественного порядка, раскрывать преступления, но и могут себя показать на сцене и свой творческий талант также использовать и в исполнении служебных обязанностей. По результатам конкурса первое место заняла команда ОМВД России по Кургану. Второе место досталось межрайонному отделу МВД Каргопольский, а третье – межрайонному отделу Шумихинский. Махабат Секенова, Василий Малухин, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».